Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал в этом видео. Мы с вами свяжем вот такую вот шикарную сумку Шарлотта. С этой сумкой справится любой новичок. Понадобится нам всего три мотка шнура карамель. Я буду использовать карамель цвет баунти. Шнур этот идет плоский, 5 миллиметров. Длина нити 75 метров, а вес 200 грамм, если это кому интересно. Также нам понадобится для вязания крючок номер 6, портупея, которую вы можете приобрести там же, где и шнур на сайте ⁇ Пряжа Центр РФ ⁇ И вот такая вот молния. Так, сейчас, чтобы ее получше было видно. Точно так же эти молнии продаются на сайте ⁇ Пряжа Центр ⁇ Вот так вот у нас будет выглядеть наша сумочка внутри. Сейчас я ее быстренько застегну. И, в общем, вот такую вот сумочку мы с вами свяжем. Вот так вот она выглядит снизу, вообще шикарная сумка, очень-очень вместительная. Кстати, сразу предупрежу, болтовни в видео будет очень много, которые многие очень сильно не любят, говорят слишком много лишних слов, мы и так знаем, как делать воздушные петли, вы знаете. Но свои видео я снимаю в основном не для тех, кто уже знает, как вязать, знает, что такое трикотажная пряжа, из чего состоит шнур и так далее, да, все размеры крючка, умеет подбирать свои крючки. А в основном для тех, кто, знаете, заглянул в Инстаграм, увидел красивую картинку. О, я свяжу себе такую сумку, да, и так далее. Открывают YouTube, начинают искать мастер-классы, и они не знают, что такое воздушные петли. Они не знают, что такое цепочка из воздушных петель, столбики в раскол. Они ничего этого не знают, они никогда в жизни не держали крючков. И вот именно поэтому все мои видео настолько подробные. Для тех э, их я бы сказала, даже очень-очень немного таких людей, кто не любит всю эту болтовню. Вы можете просто выключить звук, увеличить скорость на 2 и так далее, да, и просто смотреть, как вязать. Либо послушать объяснение, в принципе, здесь и так все понятно. Сумка вяжется очень-очень быстро, очень-очень просто. Никаких там специальных замудрений в этой сумке нет. Самый простой узор, галочки. Заранее хочу сказать спасибо всем за ваши лайки, подписки, комментарии, которые очень приятно читать. Некоторые не очень приятно. Но я на них не обращаю никакого внимания, потому что, ну, Диванных критиков очень много, так что, если вам интересно, смотрите до конца, не забудьте поставить лайк, подписаться, и обязательно оставить свой комментарий. Если где-то что-то непонятно, я обязательно всем отвечу, объясню, расскажу все еще раз очень подробно. Ну а теперь давайте перейдем к вязанию. Немного предисловия. Вот такое дно мы с вами связали в прошлом моем видео. Единственное, что я сделала, это спрятала вот эти вот дырочки от воздушных петель соединительными столбиками. Хвостики вот здесь вот с этой стороны тоже все спрятала в вязание. Здесь ничего не видно. Думаю, вы справитесь с этим сами. Если вы никогда не вязали, да, то есть вообще впервые вяжете, то вот здесь в углу я оставлю ссылочку на одно из моих видео, где тоже я вязала овальное дно, но немного другим способом. И там есть такой момент как пройтись вот здесь, вот соединительными столбиками. Тайм-код я оставлю в описании, чтобы не обязательно смотреть полностью все видео, вы можете посмотреть только этот момент. Поэтому спускаемся ниже в описании, смотрим, переходим по ссылке и вяжем себе вот такую вот косичку из соединительных столбиков, чтобы спрятать наши дырочки под цепочки из воздушных петель. Теперь! Если вы вязали точно такое же дно, как и у меня в прошлом видео, то есть мы набирали с вами цепочку из 18 воздушных петель, 15 столбиков у нас вот здесь вот посередине, по прямой, без изменений, и 2 петли из этих 18, получается 16 и 17, это 2 петли поворота, и одна последняя 18 петля, это петля подъема. В принципе, в том видео я все это объясняю. Ссылочку оставлю я вам где-нибудь тоже вот здесь вот в углу. Поэтому переходите, смотрите, вяжите. Сейчас начнем уже вязать стенки. Но для начала хочу вам сказать еще раз. У нас вот здесь вот по кругу должно с вами получиться ровно 66 столбиков. И вот здесь вот в этом месте, да, между прибавками у нас получается по 4 столбика. В общей сложности я связала, если не считать вот этот вот вспомогательный ряд, 5 рядов в высоту. Если считать и вспомогательный, получается 6 рядов. Теперь давайте не будем сильно растягивать мое видео и перейдем к вязанию наших стеночек. Смотрите, с чего мы начинаем. Как и в вязании дна, мы находим с вами последний наш столбик. Это тот, откуда выходит вот он наш хвостик. И вставляем крючок в середину нашего столбика. То есть так же, как если бы мы продолжали вязать новый ряд. И вытягиваем первую петлю. Единственное отличие здесь, мы не делаем прибавки, то есть мы весь ряд обвязываем полностью столбиками без накида в каждый столбик по одному столбику, то есть не делаем прибавки и по итогу в конце ряда у нас с вами должно получиться точно такое же количество столбиков, то есть 66 столбиков. Старайтесь вот эти петельки сильно не затягивайте, вытягивайте вот эту вот петлю от столбика на одном уровне с петлей на крючке, Тогда ваши столбики будут такими же аккуратными, ровными. И думаю, в принципе, это дело простое, с этим вы справитесь самостоятельно. Так что довязываем ряд до конца. И я на всякий случай еще раз покажу вам, как закрыть ряд. Итак, я дошла до конца ряда. У меня остались последние два столбика. Видите, наши стеночки немножко начинают закругляться. И, кстати, сейчас хотела бы показать вам одну из тех причин, по которой я не люблю вязать дно именно вот этим способом. да, То есть не раскидывать прибавки вот здесь вот в повороте да, равномерно, а вязать каждую прибавку над прибавкой предыдущего ряда, да, как я показала вам в прошлом видео. Это вот это вот. То есть в итоге наши прибавки все съезжают в одну сторону, да, постепенно они съезжают вот сюда и точно так же наше дно начинает косить. То есть как бы я его не выпрямляла, как бы я его не отпаривала, в итоге получается вот такое вот. Конечно, я очень сильно надеюсь, что потом в процессе под весом стенок это дно выпрямится, но я в этом очень сомневаюсь. Потому что раньше такое удавалось только с пряжей. Но сделать я это просто обязана была, чтобы показать и доказать вам, что вот такой способ вязания овального дна ну, не очень подходит именно для вязания шнура. И вообще не очень такой интересный, так скажем, способ. Да, он простой. Да, не нужно заморачиваться по поводу распределения вот этих вот прибавок. Но в итоге результат совершенно кардинально все это меняет. Давайте уже перейдем к закрытию ряда и началу нового. Смотрите, вставляем крючок, вывязываем наш предпоследний столбик, и у нас остался последний столбик. И теперь я еще раз покажу вам, как закрыть ряд хвостиком на всякий случай. Вытягиваем петлю, рабочую нить убираем, берем наш хвостик и провязываем столбик нашим хвостиком, вытягивая его полностью. Вот смотрите, вот так вот выходит наша петля, потому что... Рабочая нить у нас сейчас ничем не закреплена. Мы работаем именно с нашим хвостиком. Теперь вот он наш первый столбик ряда и вот его вершина. С обратной стороны, с изнаночной, мы вставляем крючок под вершину первого столбика. Вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем ее. Вот что у нас с вами должно в итоге получиться. Видите, такая полузаконченная петелька. Теперь с обратной стороны у каждого из наших столбиков есть вот такая вот перемычка, которая находится под вершиной. Сначала снизу вверх мы вставляем под перемычку, а дальше в середину вершины. Вот таким вот образом. Вот он наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем ее также на изнанку. Подтянули все это дело хорошо. И вот что у нас с вами получилось. Вот такое вот красивое бесшовное соединение, которое не видно нигде, ни с лицевой, ни с изнаночной стороны, и нет никаких бугров некрасивых. Теперь хвостик убираем в сторону, берем рабочую нить, находим наш последний столбик, вставляем в него крючок и вытягиваем первый столбик. Провязали. Далее вставляем крючок в середину следующего столбика и продолжаем вязать. То есть здесь ничего сложного, мы просто повторяем первый ряд, который мы с вами вязали, без изменений. То есть точно так же у нас идет 66 столбиков по кругу, вот таких вот галочек. Дальше, думаю, с этим вы справитесь самостоятельно. Только что вы провязали точно такой же ряд. После того, когда идете до конца, закрываете ряд хвостиком, поднимаетесь на петлю выше и переходите к вязанию третьего ряда стенки, который вяжется абсолютно одинаково. То есть все последующие ряды вяжутся одинаково. 66 вот таких вот галочек по кругу без изменений. Вот что у меня получилось. Я провязала высоту 21 ряд. Можем с вами вместе посчитать. Так, находим место, где мы делали прибавки последние. Вот у меня последняя прибавка, после нее уже прибавок нет. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. 21 ряд провязали. Вот что у меня осталось от третьего мотка. И давайте теперь сейчас измерим высоту, ширину нашей сумки. Так, высоту она у меня получилась 23 сантиметра, если мерить от самого первого ряда, да, то есть без прибавок, который у нас идет. Если мерить так визуально, то примерно 22 сантиметра получается. То есть самый первый ряд, он у нас немного скругляется к дну. Дальше в ширину она у меня получилась, ну давайте так вот по самому верху замерим, 34 сантиметра. И вот так вот она у нас будет выглядеть. Когда мы ее вставим в портупею, да, и возьмем за ручки, она у нас примерно вот так вот сложится. И вот что у нас получится. Почти 32 сантиметра. Так, теперь обрезаем нить. Она нам, в принципе, больше не нужна. Потом вот эти вот хвостики мы с вами свяжем между собой и спрячем вязание. А теперь, смотрите, в принципе, здесь можно закончить на этом. Ну, то есть, если хотите, можете сделать обвязку соединительными столбиками по краю и все. То есть это для тех, кто не любит вот эти все замки, кому в основном, так же, как и мне нравится именно вот такого формата сумки, да, вы можете оставить ее так, вставить в портупею и все, ваша сумка будет готова. Но у меня было очень много вопросов по поводу замков, да, то есть сумки должны закрываться, комментарии писали, то есть нужна молния, почему без молнии и так далее. Но мне нравятся такие сумки без молний. И сегодня в этом видео я хочу показать вам именно вариант с молнией. И, кстати, вот этого вот остатка, то, что у нас осталось от третьего мотка, нам, в принципе, с головой должно хватить. Теперь, смотрите, что мы делаем дальше. Сумочку нашу уберем в сторону. И у меня вот такая вот молния была. Она была э, с острыми углами. Сейчас я вам их покажу. Я их подстригла. Вот они у меня эти углы. То есть примерно где-то вот так выглядел наш замок. Что-то я, по-моему, не тот угол взяла. Вот где-то отсюда. Вот так вот. Почему я срезала эти углы? Параллельно, кстати, немножко укоротила количество дырочек. Ровно на 4 штуки. По одной отрезала с каждой стороны, с каждого угла. Вот здесь, когда мы вставим сумку в портупею, она у нас будет вот таким вот образом э, складываться. То есть вот здесь вот она будет не квадратная, да, а такая вот округлая форма у нее. И чтобы нас, наш замок идеально, так скажем, подошел, я его подрезала по вот этой вот форме. То же самое делаете и вы, в принципе, если не хотите, можете так и оставить. Но здесь, в принципе, ничего сложного. Мы просто по кругу срезаем уголочек. И вот что у нас получается. Теперь давайте с вами поговорим о том, как привязать молнию. Для начала, смотрите, я ее обвяжу. Итак, обвязывать нашу молнию мы будем вот таким вот образом. То есть вот здесь, в принципе, чтобы нам ничего не мешалось, мы можем с вами ее расстегнуть на две разные половинки. Берем нашу нить, остатки нашей нити. Крючок берем меньшего размера, чтобы помещался и легко ходил в наших дырочках захватываем нить. Хвостик здесь, в принципе, небольшой нам хватит. Мы его сейчас с вами спрячем в вязание. И провязываем первый столбик вот таким вот образом. Далее вытягиваем немножечко нашу вершину. Так как дырочки у нас здесь расположены достаточно далеко, то есть они больше для пряжи у нас подойдут, поэтому вытягиваем вершину, чтобы нашу молнию не стянуло. Далее вставляем крючок, вот таким вот образом придерживаем сзади наш хвостик захватываем нить, вытянули и провязали. Осторожненько придерживаем, чтобы вот эти петельки у нас были одинаково маленькие, а вот эти петельки одинаково длинные и не стягивали наше полотно. Немного подтянули, далее вставляем крючок, придерживаем сзади наш хвостик, захватываем нить, вытянули и провязываем. Вот что у нас с вами получается. Видите? Далее, следующая петелька. Немножко вытянули в вершину. Придерживаем наш хвостик. Вытянули новую петельку и провязали. Вот так. Вот, то есть вот таким вот образом это у нас должно выглядеть, и ни в коем случае наши столбики не должны стягивать вязание. Потому что если мы с вами начнем вязать такие же вершины, как мы вязали, допустим, вот здесь вот в сумке, да, то есть смотрите, сравните, они немножко меньше. Наше полотно, наш замок весь стянет. Теперь, думаю, здесь в принципе ничего сложного. Довязываем нашу молнию до конца. В конце Нить не обрезаем. Сейчас покажу, что мы делаем в конце. Смотрите, подошли к концу ряда. У меня остались последние две дырочки от моей молнии. Вытягиваю петельку, провязываю первый столбик перед концом. То есть предпоследний, да, получается. И вот здесь вот этот последний столбик нам нужно провязать немного меньшего размера. То есть вот здесь сильно петельку мы не вытягиваем. И вот что у нас получается. Далее. Петлю вытянули и смотрите, что мы делаем. Вот такая вот у нас обвязка получилась молнии. Я уже обвязала вот здесь вот вторую половинку. Вот что у меня получилось, да, с обоих сторон торчат кончики. Я просто распустила свою нить, остатки и с другого конца обвязала вторую молнию. Теперь смотрите, складываем это все дело пополам и вот так вот распределяем. Вот что у нас получилось, вот такой вот остаток. Как раз нам его хватит, чтобы пришить наши молнии к полотну. Разрезаем это все дело. Кончики нити обязательно подпалите, чтобы они потом у нас не распускались. И вот что у нас получилось. Две вот такие молнии для обвязки. Теперь смотрите вот здесь вот у каждой молнии у нас получается было по 23 столбика. По два с краю я срезала, получается осталось у нас 21 столбик. Находим центральный, получается 11 столбик, и тогда у нас с этого края 10 и с этого края 10 останется. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот он, центральный 11 столбик, и в него мы с вами одеваем маркер. Вот так вот я его зацеплю, чтобы потом маркер мне во время обвязки не мешался. И вот, что у нас получается. То же самое делаем и с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот он, одиннадцатый столбик, за него цепляем маркер. Для чего мы это делаем? Чтобы потом, впоследствии, все это ровно привязать к нашей сумке. Вот так. Что мы делаем дальше? Я тут потихонечку прячу свои хвостики. И пока расскажу вам, что нужно делать. Для начала нам нужно разделить наше полотно пополам, найти середину со всех сторон, то есть вот здесь середину и вот здесь середину. Потом рассчитать это все дело правильно. Для этого вы можете даже прям вставить в вашу сумку в протупею, готовую, и там себе спокойно посмотреть, чтобы вот как она у вас идет и не доставая потом начать привязывать нашу, пришивать нашу молнию, потому что там, в принципе, ничего сложного, и портупея нам особо мешаться не будет. Поэтому здесь сейчас самое главное найти правильную середину, чтобы у нас ничего нигде не съехало. И потом впоследствии была красивая молния. Итак, я вот спрятала наши ниточки. Вот что у меня получилось. И теперь смотрите, находим середину. То есть вот так вот у нас по кругу с вами должно остаться 66 столбиков, да, как и в самом начале. Находим середину вот с этой стороны и вот с этой. Получается у нас здесь по два столбика по краям будет. Вот смотрите. Вот так вершину цепляем и вот так. Вот, зацепили два столбика, это середина сбоку. Дальше, вот у нас здесь еще два столбика, вот видите они. Точно так же цепляем два столбика. Так, сейчас с одной стороны в вершинку и с другой вот таким вот образом зацепили. Теперь давайте себя проверим. То есть у нас с каждой стороны, если вот эти вот столбики не считать, должно остаться по 31 столбик. Итак, смотрите первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Ровно. Для <соценности> точности уже можем пересчитать и с другой стороны. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот что у нас получилось. Теперь 31 столбик нам нужно найти середину вот здесь вот по центру. То есть вот этот вот самый столбик, который мы с вами отметили, да, центральный. И здесь мы оставили с вами один центральный столбик, да. Поэтому мы вставили вот здесь вот в по краям в 2 петельки. Теперь смотрите, как его найти. Точно так же 31 делим пополам, получается 15 и 1 центральный лишний. Берем маркер и отсчитываем от вот этого соединения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И в 16 мы вставляем маркер. Дальше проверяем себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. То же самое повторяем и с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И в шестнадцатый вставляем маркер. Вот так мы с вами поделили наши стороны. Теперь нам нужно примерить нашу молнию, так как количество столбиков у нас здесь немного другое. Да? Посмотрите, здесь у нас э, дырочки немного дальше, поэтому столбики вершины здесь немного больше. И теперь нам нужно с вами примерить, вот, на, на каком количестве мы с вами будем пришивать это все дело. То есть мы прикладываем вот так вот здесь к центру и здесь к центру. Выравниваем это все дело и смотрим. Смотрите, у меня здесь три столбика получается от маркера. И здесь, смотрите, получается, я убираю. У меня тоже три столбика до моего вот этого вот, как бы настроить так вот. Он. Вот, видите, по перемычкам, если посчитаем, тоже три столбика до первого моего вот здесь вот столбика. Теперь берем маркеры и отсчитываем. То есть вот они, два столбика соединенные. Эти две перемычки мы не считаем. И отсчитываем раз, два. И в третью ставим маркер. Вот так. То же самое делаем мы в обратную сторону. То есть вот эти два мы не считаем. Раз, два и в третий ставим маркер. Вот так. То есть вот здесь у нас будет пусто, а дальше у нас пойдет пришивание. И то же самое повторяем с противоположной стороны. Раз, два, в третий. И раз, два, в третий. И вот что у нас с вами получилось. Теперь смотрите, мы поделили все наши детали маркерами, да, где у нас будет центр нашей пришивной молнии, где будет начало. Вот эти вот центральные петельки, они нам в принципе уже больше не нужны. Можно их оставить, можно убрать, так что это уже на ваше усмотрение. Самое главное это вот здесь начало, конец молнии и середина. Потому что количество столбиков у нас вот здесь вот разное. То есть здесь 15 да, столбиков, а здесь у нас 10 столбиков до центрального. Дальше выкладываем молнию вот таким вот образом, чтобы мои центральные маркеры совпали. И теперь смотрите, под вершину этого отмеченного столбика мы вставляем иглу. Под вершину вот таким вот образом. Вытянули. Далее вставляем под вершину следующего столбика и под вершину нашей молнии. Вытягиваем. Дальше выкладываем, смотрите, чтобы у нас здесь ничего не съехало и ничего не стянулось. Выкладываем это все дело и придерживаем. Далее вставляем под следующую вершину, здесь и здесь под ту вершину, под которую она вышла. Вот так. Проверяем еще раз, придерживаем, далее вставляем следующая вершина тут и тут. Вот так. Вот что у нас получается, смотрите. Красивое такое аккуратное соединение, которое впоследствии не видно. Самое главное вот здесь, это заходить под каждую вершину на молнии. Здесь у нас вершин больше, поэтому где наша игла вышла, там ее и вытаскиваем. Нить подтягивайте, чтобы она у нас пряталась под вот этими вершинами, и видно ее здесь не было. Вот так. В общем, таким образом нам нужно с вами довязать до конца нашей молнии, до вот этого вот момента. Подходим к концу нашей молнии, и вот что у нас получается. Сейчас покажу вам, как закрепить. Расшиваем последний стежок. И вот здесь вот, смотрите, если бы мы, как обычно, поднимали ряд, да, потом закрывали, мы вот здесь бы сформировали последнюю вершину, да. Но так как здесь у нас нет этой дополнительной вершины, мы делаем вот такую вот манипуляцию. То есть мы вытянули петлю, нить, и вставляем его вот таким вот образом. То есть заводим иглу под столбик и там внутри вставляем ее в дырочку нашей молнии. Это все немного сложновато будет сделать, но возможно. Вот так. Дальше выводим его в следующий, последний вершине. Вот так. Это все дело потом поправляется, подтягивается. И вот у нас готова первая половинка. Далее точно таким же способом мы пришиваем нашу вторую половинку. А здесь, смотрите, мы заводим крючок в следующую вершину. То есть иглу, извиняюсь. И так как нить у нас уже одета на иглу, мы просто прячем ее в вязание вот таким же способом, как и все остальные. Из-за того, что нить длинная, вы ее можете также подкоротить. И вот таким же способом прячем ее в вязание. То есть как и э, вот эти кончики, когда мы закончили с вами ряд. Пока я это все дело оставлю и покажу вам, как начать пришивать вторую часть нашей молнии. Берем, делаем то же самое, вытягиваем нить. Одеваем ее на иглу. И теперь вот с этой стороны получается, вот видите, мы здесь закончили с вами пришивание. С этой стороны начинаем привязывать вторую часть молнии. Точно так же, как и вот здесь, вот в самом начале, смотрите, мы вставляем иглу под наш столбик, который мы отметили, да, под вершину нашего вот этого отмеченного столбика и вытягиваем ее. Так. Столько запчастей все мешается. В принципе, вот на этом моменте уже можно убрать маркер, чтобы он не мешался. Далее точно так же выкладываем это все дело на середину. И продолжаем шить. Точно так же, как и прошивали первую нашу часть молнии. Вот таким вот образом. Обязательно проверяйте вот здесь, чтобы у нас ничего не съехало, и центральные маркеры совпали. Точно так же, как и вот здесь. Дошиваем до конца. Дальше прячем ниточку точно так же, как я здесь показала. Убираем маркеры. Застегиваем молнию. Здесь, в принципе, она застегивается очень просто. Как, вот, как на куртке, да, смотрите. Вставили. И пошли. Кстати, прежде чем вставить нашу сумочку в портупею, не забудьте ее отпарить хорошенько, чтобы все наши столбики встали на место. И уже потом вставляем ее в портупею и хвастаемся. Смотрите, я пришила молнию вот так вот, сняла все маркеры, все это дело хорошенечко отпарила, поправила. И теперь смотрите, что мы делаем дальше: застегиваем молнию. Сейчас я вам покажу, как одеть портупею проще всего. Вот этот вот хвостик молнии. Можете обрезать, в принципе, а можете вот так вот спрятать вниз. А теперь смотрите, вот таким вот образом ставим нашу сумочку, берем портупею и одеваем выкладываем низ. Дальше поднимаем нашу сумочку. Здесь немножечко она у нас помнется. И вот что у нас получилось. Дальше давайте ее расстегнем. Внутри приправим ее, придадим ей форму. Все, что у нас только что помялось, расправляем. И наша сумочка готова. Дальше застегнули. И вот. Вот такая сумка у нас с вами получилась. Спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Надеюсь, было интересно. Узнали для себя что-то новое. Вот такую сумочку мы с вами сегодня связали. Сумочка Шарлотта, я ее так и назвала как на сайте называется вот эта портупея, так я и назвала эту сумку. В общем, еще раз спасибо всем за ваши лайки, комментарии. Мне очень приятно все это читать. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментариях, да и просто можно поболтать. <с? <с? <с?> Знаете, отвечаю всем. Ну и, в принципе, все, весь мастер-класс. Если у вас какие-то будут нерешаемые вопросы, да, пишите мне в личку, в соцсети, Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм и так далее. Все эти Ссылки есть в описании. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч. Спасибо за просмотр.